В амбулатории поселка Володарского многолюдно. Сегодня прием, кроме основных специалистов, ведут врачи мобильной бригады Видновской детской поликлиники. К нам приехали специалисты, такие как офтальмолог, невролог и ортопед-хирург. Сегодня они ведут прием в нашей амбулатории и записано около 30 детей. Большая часть маленьких пациентов пришла на диспансеризацию и плановый осмотр. Есть и те, кто оформляет медицинскую карту перед поступлением в учебное заведение. На приеме сегодня, человек 15, наверное, уже прошло. Проводим осмотры определенных возрастов детей, которым нужно специалистов пройти. И вот для этого выезжаем. Они в основном все здоровые. Но если мы что-то находим, диагнозы выставляем, рекомендации даем или приглашаем к себе в Видное, в поликлинику. Ангелина Бугрова привела показать маленького Костю всем трем специалистам. В сентябре малыш впервые пойдет в детский сад. Для оформления карты необходимо пройти диспансеризацию. Это удобно, конечно, в любом случае, да, но не всегда это оперативно бывает, информируют в последнее время. А так, конечно, это удобнее в любом случае. После посещения травматолога-хирурга маленький Костя с мамой отправляются в соседний кабинет к окулисту. Сбор анамнеза, осмотр, и врач заключает: малыш абсолютно здоров. Следующий визит в 3 года. В основном чаще здоровые дети. Есть какие-то с патологией, в основном груднички, малыши, мамы жалуются, конъюнктивиты, да, криоциститы и так далее, блефариты. То, что они могут сразу помощь получить экстренно здесь рядом, не приезжая в город Видное. На повторный прием таким деткам и их родителям, конечно, придется приехать в детскую поликлинику Видное. Но начать лечение можно и нужно уже сейчас. Подобные выезды для удобства жителей округа Видновская районная клиническая больница проводит раз в месяц. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Екатерина Довлятова, Видное ТВ.